Кафедре метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета исполнилось 100 лет. В честь знаменательной даты в культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошло торжественное мероприятие. Поздравить профессоров, ученых, преподавателей и студентов прибыли коллеги из разных уголков России и Республики Татарстан. И это неудивительно. Кафедра славится сплоченным коллективом. В ее составе 9 преподавателей. Старейшая в России метеорологическая обсерватория, где вместе со штатными наблюдателями работают и студенты. Мы отмечаем 100 лет. Со дня образования кафедры, которая сейчас называется климатологии, метеорологии и экологии атмосферы. И мы решили сделать празднование в духе университета, в духе научной деятельности, потому что преподаватели должны передавать свои знания. Как научные сотрудники, они должны разрабатывать проекты. Мы сегодня поздравим кафедру и послушаем несколько открытых лекций, посвященных решению проблем, в решение которой как раз и вовлечены сотрудники этой кафедры. Кафедра была основана еще в 1923 году в составе физико-математического факультета Казанского государственного университета и называлась кафедра геофизики. В 1948 году кафедра была переведена на географический факультет и стала именоваться кафедрой метеорологии и климатологии, а в 1995 году она получила современное название. Сегодня возможности исследователей заметно возросли. Началась подготовка собственных метеорологических кадров, расширилось научное поле деятельности. Основу для этого принес научно-технический прогресс. Новые методы наблюдения и измерений, обработки и анализа данных, возможности получать информацию о состоянии атмосферы и смежных сфер со всего земного шара. В связи с этим исследования на кафедре, в том числе циркуляции атмосферы и климата, стали крупномасштабными, а в последнее время и глобальными. Сохраняет свою роль и метеорологическая обсерватория. Здесь хранится архив наблюдений с 1828 года, которые используются сотрудниками и студентами для подготовки научных работ. Здесь же проходят метеорологическую практику в летний период студенты младших курсов. Ежегодно проводятся десятки экскурсий для школьников в Казани, которые получают представление о погоде, метеорологических приборах и методике наблюдений. В этом году наша кафедра отмечает свой 100-летний юбилей. Действительно впечатляющая дата, действительно много поколений специалистов выпущено. Целая школа создана здесь, школа, метеорологическая школа. Наши выпускники работают по всей нашей стране, и не только в нашей стране. И как они нам благодарны тем, что они здесь учились, они выражают сейчас эту благодарность, так и мы им благодарны за то, что они вот так несут высоко поднятым флаг нашего Казанского университета. Хотелось бы пожелать и им успехов, и нам хочется пожелать продолжения той деятельности, которой мы занимаемся. Хотелось бы увидеть все больше заинтересованных студентов, а мы готовы щедро с ними делиться всем тем, что мы умеем, все то, что мы знаем. И таким образом мы все вместе работаем на такую нашу национальную безопасность с точки зрения метеорологии. 100 лет – знаменательная дата. За время существования кафедры неоднократно сменялись времена года, происходили аномальные климатические изменения. Но дух и настрой сотрудников не пропадали никогда. За это время было подготовлено множество первоклассных специалистов в области метеорологии, которые регулярно представляют научному миру свои разработки и свершения. Карина Саяхова, Николай Суховский, Аделя Файзулина, Александр Кузнецов, Валерия Карташова, Универ Новости.